Рухаємось далі. І ще про вибори. З перших вуст, з точки зору безпосереднього учасника процесу, Денис Могильний – недосвідчений кандидат у депутати. Балотувався вперше, тож мав для себе багато відкриттів, в тому числі і неприємних. Ми подумали, що саме з таким активним громадянином треба поговорити. Око ще не замулене, тож критикувати може по-свіжому. А чи не пропав запал іти у політику? Зараз і спитаю. Добрий вечер, Денис. Добрый вечер. Ну, чувствуется, что вы, конечно, уставшие, не спали, но в глазах есть огонек. Так ли это, или так, мне кажется? Так. То есть запал не пропал, да? Нет, не пропал, а чего? Чего бы ему пропасть? Ну и так вы посмотрели и поучаствовали, стали участником регаты, скажем так. Да. Что понравилось, что не понравилось? Ну, скажем так, сам процесс мне интересен с другой стороны, не только с точки зрения выборца, а с другой стороны, с точки зрения кандидата. Сам новизна процесса понравилась, естественно. Какой-то драйв, какие-то новые ощущения, знания. Как-то так. А что не понравилось, это, скажем так, начало сегодняшней ночи в ТВК красногвардейская и, собственно, продолжение до утра, скорость приема комиссий. Вроде бы все правильно. Людям отказывают там, по тем причинам, по законным причинам, да, не то, что отказывают там протокол на уточнение, Вот так, чтобы понимали, по состоянию на без 15:09 утра только 4 дельницы сдались. Все остальные по кругу, на уточнение. А вообще, на самом деле, само отношение мне очень жалко и комиссии, те, которые приходили в коридоре, холодно, где-то в каких-то районах душно, толпа, на мешках спят, вот этот весь процесс, ну как будто это не 21 век, а... Колхоз Мичурин. Да даже не знаю, какой век это. Ну а почему так, на ваш взгляд? Вот вы свежим взглядом на это посмотрели, как бы вы это изменили? От кого это зависит? Мне кажется, это нужно немножко больше информатизировать, потому что и Дмитрий Дубилет сегодня, кстати, написал по этому поводу, что... Ну, надо что-то менять, потому что, ну, это ненормально, когда люди всю ночь туда-сюда ездят, и я, в принципе, заезжал на красногвардейскую ТВК, там еще точно так же толпа, то есть это идет уже сутки очередные, уже скоро вторые сутки начнутся, да, люди не спят на мешках с этими бюллетенями, туда-сюда ездят, ну, как по мне, это, где-то надо что-то поменять, это немножко неправильно. А как вы для себя это представляли? Как это должно быть? Ну, я представлял себе немножко по-другому. Приехала комиссия, там, зачитала протокол, там, стала бюллетени, пошла. Если где-то что-то не так, да, там вроде как ее должны развернуть, что-то там пересчитать или еще что-то. А так получается, вроде бы, то есть голоса сами, вот я сколько был всю ночь, да, всю ночь, там, до 9 часов, и потом еще немного, ни разу не было предложения пересчитать голоса, пересчитать бюллетени. То есть все соглашались с результатом? Все соглашались, есть результаты, есть выявлено, да, определенные результаты, они уже зафиксированы в протоколе, но какая-то где-то закорлючка, где-то корректором, где-то печать забыли поставить в комиссиях, где-то еще что-то, и это все возвращается, затягивается. То есть где-то вот в этом процессе есть слабое место, какое-то слабое звено. Не могу не спросить, слышали о том, что вот на отдельных участках человек, который работает, 2500 гривен платят? Я слышал 1800, я слышал 2, 2,5. То есть цифры, в принципе, где-то такие... где-то слышал, но если честно, двое суток на мешках в холоде, ну, захочется ли эти 1800 или 2000 гривен. На ваш взгляд, вброс присутствует на этих выборах? Если да, не видели, да? Не видел. Был на несколько, в течение дня голосования был где-то на 5, на 7, до 10 дельниц разных по городу, специально ездил. Не видел, ни рядом не видел, ничего такого не заметил, скажем так. Слышал, что были, слышал, ловили. Сам лично не видел, поэтому не могу сказать. То есть, насколько я понимаю, то, с чего вы начали, что необходимо так или иначе постепенно переходить на электронные выборы. Или что-то... Ну вот, я не для начала, понял. Наверное, вы правильно говорите, в идеале это должны быть электронные выборы, но наши люди еще, менталитет немножко не готов
ни с фальсификациями, ни еще как-то. Где-то можно там через банк ID, то, что Дмитрий, наверное, предлагал билет или еще что-то. Но хотя бы промежуточный какой-то этап должен быть. То есть, если есть дельница, то есть там и принимается, наверное, как-то решение. Не знаю, с точки зрения законодательного, там надо что-то менять. Потому что, ну, как по мне, ненормально всю ночь там вот была какая-то дельница, не помню номера Красногвардейского района, 4-5 раз он приезжал сдаваться. Полил казенный бензин? Полил казенный бензин. Ездил туда-сюда, то есть постоянно... Ругался матом? Нет, озлобленный? Уставший. Уставший. Больше уставший. Он приехал в очередной раз, естественно, на четвертый раз, когда они писали протоколы, естественно, большая вероятность технической ошибки какой-то. И это если приехал, открывается пакет, и опять на уточнение протокола. Вероятность того, что какие-то документы в пути следования, когда четвертую, пятую ходку сделал, есть вероятность, что может что-то потерять, мешочек какой-то? Вероятность человеческого фактора всегда присутствует, особенно когда полтора суток без сна. Вот смотрите, говорят, что в принципе достаточно низкая явка на Днепропетровщине, 43% или около того. Вы видели, кто приходил на избирательные участки? Это все-таки люди среднего возраста, ближе к пенсионному, пенсионеры. И как себя вела молодежь? Насколько она была активна? В первой половине дня больше было пожилых людей. Молодежи утром практически не было. Спали, судя по всему, спали, не проснулись или еще что-то. Ближе к обеду, ко второй половине дня, начали подтягиваться люди среднего возраста, немножко молодежи. Ну и потом дальше больше молодежи. Наверное, как-то так. Предлагаю продолжить наш разговор. А нашим телезрителям нагадаю, що триває інтерактивне опитування. Наскільки я розумію, маємо телефонний дзвінок. А усім, хто нас лише тільки-но почав дивитися, нагадаю, що питання таке. Чи довіряєте ви результатам екзит-пулів? Доброго вечора, готові вас почути. Алло. Доброго вечора. Слышите мене, да? Да. Я вот минуточку задержу ваше внимание по поводу предыдущего выступления женщины, которая пела дифирамбы Филатову. Так вот, я хочу сказать, что я свидетель того, что раздавались от Филатова, происходил вот этот подкуп, потому что на Покрову, в церкви, которая на рабочей улице, подходили ребята и давали пакетики, в которых были по три печенька, по три пряничка. И написано «Укроп Борис Филатов с праздником Покровы». Это во-первых. А во-вторых, по поводу доверия, я тоже не верю экзит-полам. Дякую. Почули вашу думку, але зазначу, якщо вас привітали з Покровою, це дуже приємна річ. От, наприклад, сьогодні причиста, я вас вітаю і з тим, що ви дивитесь 9 канал в тому числі. Тому, якщо вам дали якийсь пряничок від укропу чи від ще якоїсь організації, це ж дуже приємно, це ж церковне свято. Дякую, що зателефонували. І це, насправді, було не в день виборів, а в велике церковне свято. Продовжаємо розговор. И так, на ваш взгляд, мы поговорили о каких-то технических моментах, вот профессионализм тех, кто выполняет функции подсчета, управленческие какие-то, как можно оценить вот этих людей, насколько они готовы вообще выполнять достаточно серьезную функцию, подсчитать волеизъявление народа? Смотрите, я не присутствовал при подсчете на какой-нибудь дельнице, но присутствовал, когда они приезжали сдаваться, скажем так. Видно сразу, кто опытный, в принципе, значительно легче это все происходило, нюансы протокола, видно, правильно заполняли, видно, что это, наверное, не первые выборы. А было видно, что были еще молодежь, наверное, такие активные, потому что, казалось, на первый взгляд, что активные, куча ошибок. Но некоторые из них не расстраивались, разворачивались, приходили... І обратно возвращались. Повернемось до нашої співбесіди. Доброго вечора. Маємо ще один телефонний дзвінок. Сьогодні слухаємо вашу думку стосовно того, чи довіряєте ви результатам екзит-пулів. І зазначу, що глядачі, як і вчора, так і сьогодні, дуже активні. Доброго вечора. Готовий почути і вашу думку. Добрий вечір. Добрий. Я абсолютно не довіряю цим всім даним екзит-пулів. Це... пиар раскрученный, кто больше платит деньги, недаром же есть такая поговорка, кто платит, тот заказывает музыку. Поэтому доверять абсолютно не надо. И вчера эйфория такая была
о том, что у Филатова чуть ли не уже в руках мандат мэра, оно, понимаете, не звучит. Это некрасиво, это непорядочно. Я считаю, что вообще не должно быть этих экзит-полов. Це міжнародна практика. Дякую вам за дзвінок, за вашу думку. І повертаємось до нашого глядача. От, до речі. Да, я хотів би, смотрите. Есть такое понятие, как соцопросы до выборов. Вот я лично соцопросам, которые проходили в Днепропетровске, ну, в принципе, не доверяю. Ну, потому что видно, где и как. А если брать экзит-пол, если его проводит более-менее среднеизвестная компания, плюс-минус очень похоже. Не в первый раз я наблюдаю, да? Соцопросы, надо просто людям, наверное, может разделить. Есть соцопросы, а есть экзит-полы. Соцопросы, как по мне, ну вот это как раз кто заказывает, тот и девушку танцует, да? А экзит-полы немножко по-другому все-таки. Ну и, наверное, в конце разговора не могу не спросить, то есть созрели для выборов внутренне? За кого шли? Какие идеи отстаивали? И, ну... По большому счету, не отбила ли это охота голосовать, быть участником регаты в будущем? То есть попробовать-то попробовали, но что дальше? Ну, как раз отлично, мы попробовали с ребятами, с нашей командой, да, уже могу сказать с нашей командой, потому что уже попробовали. Естественно, у нас есть время научиться, развиться, стать более известными, наверное, в Днепропетровске, и не за счет каких-то материальных, скажем так, благ, потому что, ну, мы идем от себя, от своей души, своей активностью. Какой процент набрали, знаете? Около одного. Около одного. Да, но это немало. В миллионном городе, поверьте, это немало. Учитывая, что нас допустили на самом деле к выборам последнюю неделю через 3 суда, соответственно, результат такой же. Так как мы соблюдаем закон, то есть мы не агитировали до получения посвящения. Ну, кстати, есть телефонный звоночек от нашего телезрителя, хотят задать его именно вам. Доброго вечера, вы в эфире, готовы вас послушать. Алло. Добрый вечер, говорите. Если вы меня слышите, я по поводу вот этих результатов ночлежки, что там ночуют сутки, полторы, двое. Значит, по-моему, очень просто. Возьми, проведи элементарно тренировки с этими самыми с членами комиссии. Заранее. Предусмотреть ошибки, которые повторяются из года в год. И потом спокойненько посчитали, проверили, принесли, у них приняли без проблем. А если каждый год повторяются ошибки, люди мучаются, ночуют и так далее. Я сам когда-то был в этой избирательной комиссии. Дякую. И мы дотошно просматривали, проверяли, приходили и тоже спали на мешках. Надо, чтобы принимал не один, не два человека, а 10 человек. Дякую вам за дзвінок, за те, що дивитесь 9 канал. Ну і приходьте на наступних вже через 2 тижні вибори передавати свій досвід. Я сподіваюся, що він дуже буде потрібний. Вам відповідь. Смотрите, із того, що було услышано в ТВК сьогодні там за ніч, тренировки комісії були. Они были, это озвучивалось как со стороны комиссии, так и подтверждалось членами дельниц. Да? Их тренировали, да, опять же, когда людям рассказывают, вот отправляют в первый раз, рассказывают, что не так, отправляют, они приезжают уже опять или с теми же ошибками, или с другими, то есть тут уже не только тренировка нужна, наверное. Либо какие-то изменения нужны в процессе, в самом системе, либо головы комиссии должны быть более или грамотными. Или как более... у Высоцкого. Но если дуб как дерево, да, родишься баобабом. Такое тоже, естественно, бывает. Мало того, тоже из того, что услышано, за каждой дельницей был закреплен куратор в комиссии ТВК. Они его так и называли. То есть, соответственно, было какое-то обучение. Кому оно дошло, кому оно не дошло... Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у гостях 9 каналу був Денис Могильний. Я би його назвав просто недосвідчений кандидат, який боровся за місце у міськраді. Дякую, що завітали.